Именно так начал свое шествование по Днепру международный фестиваль рекламы «Город мастеров», который прошел с 31 июля по 14 августа от Киева до Одессы. Открытие его состоялось в ночном клубе «Голливуд». И праздник начался. Ведущие вызвали на сцену защитников города, настоящих рыцарей города мастеров, а также губернатора города Марка Розовского. Скромно, но со вкусом, он все-таки подошел на сцену. Под звон мечей и ножниц была разрезана символическая лента, и зрители увидели главный приз фестиваля. Зрителям были представлены учредители фестиваля: телекомпания ТЭТ, «Теневая экономика», телекомпания «Ютар», издательство «Блиц-Информ», рекламное агентство России тоже были представлены на этом празднике. А в зале были гости: Давид Черкасский, Киев, Борис Хмельницкий, Москва, Алексей Жарков, Москва, Стефан Роман, Англия, Андрей Бенкендорф, Киев, Вадим Жук, Санкт-Петербург, Олег Вавилов, Москва, Конопольский, Киев, Москва, и Лев Дуров. А на сцене были киевляне: Евгений Паперный, Владимир Быстряков, Ирина Билык, клоун-группа «Контейнер грез» и Боря Хмельницкий, а также цыганский театр Игоря Крикунова. И, конечно же, Владимир Иванович Ющенко. А, что это? А, это маршал Рыбалка. Белое комфортабельное судно, которому предстояло на целых 2 недели стать домом фестиваля. Что это за пароход такой? Если говорить серьезно, то судно было прекрасным. Доброжелательная команда. Комфортабельные каюты. Уютные салоны. Прекрасные рестораны. Улыбки команды, прямые коридоры, большой выбор продовольствия, светлые лица барменов, довольные лица посетителей, открытые палубы и открытые тела участников. С первого же дня, пока жюри занималось отбором конкурсных работ, теплая компания собралась в главном салоне теплохода. Здесь была презентация 2 ведущих телекомпаний Киева ТЭТ и ЮТАР, которые являются... это москвичи, сейчас будут наши, секундочку. Вот, они же и являются организаторами данного фестиваля. ТЭТ в лице директора телекомпании Константина Шамина и ЮТАР в лице президента Александра Соломахи. В своей речи Константин Шамин сказал, а также он рассказал, какая рекламная политика проводится на Украине, в частности в Киеве, как сложно работать с заказчиком и какие задачи телекомпании ТЭТ и ЮТАР. И президенты 2 телекомпаний ответили на многочисленные вопросы московских коллег. А вечером в музыкальном салоне теплохода проходила встреча с талантливым, интересным, сексуальным артистом на Таганке, со старым Робин Гудом Борисом Хмельницким, где он показал себя не только артистом, но также и композитором, исполнителем многих песен, которые он написал вместе с Владимиром Высоцким.
Он рассказал о том, как он снимался в кино, о том, как он снимался в украинских фильмах, очень сетовал, что не смог сняться у Мащенко, но это еще впереди. А более подробно вы увидите все это в передачах телекомпании ТЭТ. А корабль плывет. Следуя примеру своих киевских коллег, русские пошли в атаку и произвели свою презентацию своих рекламных агентств и ответили на многочисленные вопросы. А также были неформалы, то есть неофициальная часть фестиваля. Например, свой конкурс «За юмор в рекламе», где проходили раздачи слонов, а также смешные призы за лучшую импровизацию, за лучшую идею. Это росписи на майках звезд, подарки от Неаполиса и Диониса. И неформальный конкурс имел свое неофициальное жюри. А вечером вновь запел московский соловей с Таганки. Он представил своих друзей Дурова и Качана. То есть Дуров со своим Качаном, как они называли друг друга. Качан спел много интересных песен, рассказал интересных историй. Ну, а Лев Дуров остается Львом Дуровым. Его и представлять не надо. А подробности вы увидите в передачах «Киев-кино», которые пойдут по нашему телеканалу. А берега Украины встречали своих рекламных героев. Встречали с музыкой, с песнями и, конечно, телекомпанию ТЭТ, которая проводила данный фестиваль. Встречали с флагами, валютными значками. Думали, что приехали иностранцы, но неважно. Главное, что встречали и радовались все. Привезли, конечно, привезли дегустацию крымских вин от Диониса. На севастопольской земле встречали симферопольское вино. Ибо вечером должна была быть презентация арендного предприятия «Дионис». Тут действительно можно было не только посмотреть, но также продегустировать, то есть попробовать. Каждый получил свой приз. Раздача призов и подарков. Портвейн «Белый бомон» для господина Гонопольского. Когор спецразлив для Качана. Пьяный хмель для Бориса Хмельницкого. И святой Марк для Марка Розовского.
«Нектар. Львиное сердце» для Льва Дурова и «Ключ от всех городов. Вино Михаил Михайлович» для телекомпании ТЭТ. И вот долгожданная встреча. Наконец-то приехал председатель жюри Юрий Грымов и привез с собой члена жюри Игоря Писарского. Добирались они трудными путями. Там по болотам, лесом, да в хорошей дороге немножко. Москвичи не отличались новизной, а тут же сразу провели пресс-конференцию, то есть, как говорится, с бала на корабль, ибо приехали они с Каннского фестиваля. Началась дискуссия, посыпались вопросы. Что же такое реклама? Что же такое идея? И тут же все получили ответы. Вот это реклама, вот это идея. В общем, было очень-очень интересно. Информация была настолько сильна, что не выдержал не только Марк Розовский, но и наш оператор. Через полторы недели наступил, наконец, долгожданный выходной. То есть день Нептуна. Капитан корабля принес свои поздравления Нептуну корабля. Группа профессионалов, русалок и пиратов начала свое магическое действие. Сначала конкурсы, импровизации и, конечно же, крещение соленой водой. Досталось всем. Даже Лев Дуров не ушел от ответственности. Сначала он немножко поимпровизировал, но все же народного артиста, как простого инженера, макнули в воду. Дионис за свои презентации получил по заслугам, то есть облился шампанским. Начались народные обливания. Обливали из чего попало и чем попало. И вот, наконец, финал фестиваля. Вот она впереди, Одесса. Одесса, которая встретила всех своим радушием, своим гостеприимством. Там, вдалеке, за памятником Дюка, находится в 10 километрах от города туркомплекс Одесса, где проходило закрытие фестиваля. В небольшом концерте для участников фестиваля принимали участие группа «Гольф» Одесса, группа «Калибри» Санкт-Петербург, Ирина Билык Киев и группа «Раздолье» Москва. И хотя было мнение, что ерунда, в этом городе не может быть таланта. Есть, все-таки есть таланты, так сказал Юрий.
талантом. Жизнь на корабле после этого все равно продолжалась. Старый гуру, Роднаса Халтуев, который известен детям по персонажам мультфильмам «Остров сокровищ», «Айболит», «Капитан Врунгель», рассказал, даже не рассказал, а раскрыл большие тайны мультипликации, как делаются такие холосые-холосые фильмы. А неутомимый директор рекламного агентства «Неаполис» Симферополь Ефим Нахимзон продолжал свою юмористическую деятельность. Он устроил аукцион, на котором было разыграно два лота. В первом лоте была разыграна вода «Человек-куяльник своего счастья». Начались торги после продолжительной борьбы. Куяльник был продан. Продан за большие зеленые купоны. Во втором лоте был разыгран портвейн «Белый бомонд» для господина Гонопольского. Он ушел за менее крупную сумму. Один поцелуй. Аукцион закончился импровизированным вечером Ефима Нахимзона. Ну, вот, собственно, и все. Конечно же, не все, потому что в новом году будет новый фестиваль, и мы приглашаем спонсоров, участников. Звоните, обращайтесь к нам на телекомпанию ТЭТ. А вот теперь и все.